Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сейчас я вам покажу, как выявить тролля. Значит, мы заходим на сайт. Прошу прощения за тряску. Время, короче, почти 4 часа ночи. Значит, вот здесь есть поисковая строка. Мы вбиваем сайт, который я ищу, который принадлежит якобы Михаилу Романову. Фото профиля я вставлю в видео. Значит, это тролль с сайта ЖА. Ну, то есть ангарчане знают, что это за ЖА. И сейчас мы будем как бы искать. В данный момент показывается логотип сайта. Вот этого вот. Такая типа дом с колоннами. А теперь, внимание, фокус. Хопа! Ищем. И у нас открывается логотип ЖА. Поздравляю вас, Михаил. Вы как-то хреновато наследили для вашей как бы изощренной вот этой темы. Значит, ищу так. Мы идем, значит, на сайт. Значит, на левый. Находим там Михаила Романова, который оставил оскорбительные комментарии в адрес Олега Николаевича Тюменева. Выглядит вот как бы ссылочка, можете пройти. Там он называет его лицо мордой там и так далее, короче. Вот, что его паршивую газетенку надо сжечь, значит, там. Вот он пишет, да, весь этот свой. Вот и здесь, значит, он прикрывается лицом святого человека. Что на самом деле недопустимо. А еще смотрите, как классно. Тролличья нора меня забанила на 10 лет за то, что я написала администратору свои предположения. Сначала он сказал, что у меня паранойя, а потом, когда я ему сказала, что у него как бы рыльце-то в пушку, ну вот видите, тут вообще без вопросов. И вот как бы бан, да, на сайте. Я говорю, ребята, что-то как-то это подозрительно. Вот бан на 10 лет. Ну и тут как бы это вот этот сайт. Видите, да? Ну, в общем, как бы все нормально, все очень быстро нашлось. Как бы сила тролля заключается в том, что его никто не знает. Теперь я вам скажу, кто это. Буквально одну секундочку. То есть тот человек, который долгие годы травил меня. В частности, да, некий вот этот Михаил Романов, у которого сайт, вот он, «Мир новостей», который мы нашли, и там отображается лого ЖА. Значит, это Николай Черкашин, оказывается. У нас с ним есть общий знакомый, рэпер. Ну, и как бы Николай Черкашин сам рэпер, вы представляете? То есть нас троллят, как бы, нас троллят рэперы. Представляете, ребята, какой отстой. Вы вообще позорите рэп, Николай. Вы просто позорите, блин, святое совершенно течение, если честно. Вы можете сказать, что тут Николай Черкашин, который поливал, вернее, Михаил Романов, сори, я их все время путаю, что он никакой, как бы там, вот, ну, не тот, это другой, это не я, но вообще правоохранительным органам и Роспотребнадзору не мешало бы проверять просто этот сайт, в какой оскорбительной, пренебрежительной форме там пишут о людях. Меня это просто немного заусило. У меня огромное количество принтскринов. Он сегодня меня почти убедил, что это не он. Михаил Ангарск, логотип. Ой, сори. Ник ВКонтакте. Вот. Я немножечко падаю стала. Вот видите, какой у него хорошая репутация. 2445 на сайте. Зарегистрировался он якобы в 2010 году. То есть он якобы пришел на сайт в 2010 году. Но на самом деле, вот он там, короче, в общем, тролличья нора, это, короче, наполовину она, походу, рэперская. Это тролличья нора, ребята. Ну правильно, кто еще будет там сидеть целыми днями и писать эти комментарии дурацкие? Дети, да не будут они этим заниматься. Заколебутся платить. В общем, всех поздравляю, все нашлось очень быстро. Николай Черкашин, Михаил Романов. Он же такой неизвестный и неуловимый Михаил. Михась спалился, как лошара. Всем всего хорошего. Пока.